Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та її ведуча Олена Клепа. 13 грудня о 14 годині в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи презентує виставковий проєкт «Диптих арт». Власне, про нього ми сьогодні і поговоримо з нашими гостями. До нас завітали керівник творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України та автор цього проєкту Валентина Кривцова, а також учасниця проєкту «Диптих арт», майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Єлизавета Козирєва. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Пані Валентино, одразу два запитання. Чому проєкт має таку чудернацьку назву? Звідки вона? Ну, я б не сказала, що, в общем-то, це така специфічне названня таке. Мистецтво. Для художників, для мастерів це вполне нормально, тому що, коли створюють люди роботи, це і триптихи, і диптихи. Тобто, диптих – це то, как бы переводится то, что сложено вдвое, двойственный диптих. Почему название нашего проекта, нового проекта, называется вот именно «Диптих арт»? Потому что выставка, проект, который мы презентуем, он будет, можно сказать, состоять из двух частей, противоположных частей. Почему мы это сделали? Ну, наверное, мы захотели создать какую-то интригу, чтобы это было что-то новое, что-то креативное, что-то более интересное, то, что заставляет зрителей и задуматься, и, может быть, поспорить, и не уйти равнодушными с нашей выставки. Расскажите, будь ласка, трошки про сам проект, куда брать участь в нем? Впервые мы делаем этот проект. Идея возникла года два назад, но мы все досконально продумывали, как же это подать, как это сделать, кто же будет участниками. И вот решили взять вот такую концепцию, это двойственное вот такой вот выставки. А тематика самого проекта ежегодно будет меняться. В этом году тематика – это выставка, состоящая из двух противоположных частей, которые мы условно поделили и назвали «Монохромия» и «Полихромия». В следующем году, в марте месяце, в Краеведческом музее уже тематика изменится, и зритель познакомится уже с диптих-артом, но тема «Мужчины и женщины». Именно в следующем году, весной, мы будем выяснять, кто же талантливее у нас на Николаевщине, мужчины или женщины. А в этом году мы поговорим о мире цветоведения, что это такое, что такое монохромия, что такое полихромия. Это будет интересно не только аматорам, но и зрителям, которые придут на наше мероприятие. Як ви відбирали учасників, та взагалі скільки буде їх? Я так розумію, робіт буде багато, а учасники? Да, на сьогоднішній день, я вот буквально приїхала із Краєвідчого музею, на сьогоднішній день це около 190 експонатів, це від великих живописних полотен і до мініатюр. Всього 32 учасника, це мастера обласного творчого об'єднання «Прибужжя», це заслужені мастера України, як Валентина Димова, Тетяна Базилевська, Барта Шевич. Это мастера, аматоры, которые, многие из них впервые принимают вообще в таких больших проектах участие. Это мастера из Баштанской громады, Баштанского района, Еланицкого района, Новоодесского, Братского, Березанского, Ольшанской громады, Шевченковской громады Витовского района, города Первомайска. Очень много мастеров, то есть больше половины участников – это мастера из сел, из районов нашей области. Как отбирали работы? Ну, так как проект уже как бы зародился еще два года назад, идея этого проекта, то, конечно же, на протяжении двух лет было очень много времени. Это и выезды в районы, это работа с аматорами в селах, в районах, так как областной центр народного творчества – это методический также центр. И проводится очень большая работа с аматорами, с коллективами, со студиями. Именно там мы находили таланты, которым уделяли внимание и уже отбирали работы по тематике нашего проекта. Для нашего эфира вы представили фоторяд. Я так разумею, это все работы участники, знаете, не все работы, не все. Найкращие.
Ну, не могу сказать, что это лучшие работы, потому что каждая работа о себе заявляет индивидуально. Но, скажем так, это то, что мы хотели показать, какие направления будут на выставке представлены, и что же такое монохромия, полихромия. Впрочем, мы поговорим с вами об этом после фоторяда. Давайте тогда подивимося фоторяд. Сьогодні говоримо про виставковий проєкт «Диптих Арт». І хотілося б тоді одразу до вас ще одне запитанечко. А чому от саме вирішили монохромні і поліхромні картини брати? Не картини, а роботи взагалі. Вы знаете, вот как-то так традиционно сложилось, что, ну, во-первых, начнем с того, что такое монохромия, что такое полихромия. Монохромия – это те работы, которые созданы в одном цвете, одноцветные работы, и полихромия – это многоцветные работы, то есть когда автор использует всю палитру красок. Почему идея возникла? Ну, мне кажется, так как вот выставка, вот такая-то выставка-интрига, выставка-противоречивость, то, конечно же, очень ярко экспозиция вот на сегодняшний день, я ее как бы уже видела, вот Елизавета ее видела. Вы знаете, очень резкое разделение, разноцветные вот эти работы, как бияние красок, и наоборот, вот такие вот одноцветные. Мы взяли ахроматические цвета, это черно-белые цвета. Выставка, вы знаете, такое сопоставление, ты заходишь в зал, и вот совершенно два разных мира. Мир, когда утонченный, черно-белый, он более такой креативный, дизайнерский. Когда ты подходишь, там философская тематика, там нужно задумываться. И наоборот, цветная гамма, когда ты заходишь, и там позитив, там традиция, там буйство красок, там, ну, вы знаете, просто эмоции. И мы хотим показать зрителям, что, посмотрите, мастера, которые используют мало цвета, да, когда недостаток цвета, они больше делают акценты на какие-то философские темы, на тематику сложную берут, они берут очень сложную композицию, они берут зрителя, заманивают авторскими техниками, очень сложными. Вот. И наоборот, когда у тебя вся предоставлена палитра красок, ты можешь взять самую незаурядную, самую простую тематику и композицию, самую наивную.
Но сложными и сложной игрой красок, сложной игрой контрастов ты можешь из этого ничего сделать целый шедевр. И именно это мы хотим показать зрителям. И на сегодняшний день все зрители, которые сегодня приходили, приносили работы, сопровождали мастеров, конечно же, они делают акцент, что да, мы никогда не видели такого большого количества монохромных работ, это очень интересно, и сегодня это очень актуально в дизайне интерьера, я бы сказала так. Пані Єлизавета, а вам ще більше до подоби монохром чи поліхром? Рассуждать конкретно, что интереснее невозможно, потому что каждая техника интересна по-своему. Монохром – это два цвета, грубо говоря, остальные оттенки. Белый, черный, остальные идут его оттенки. Поэтому это намного сложнее работа, но она в итоге очень такая интересная работа получается. А цветная, пожалуйста, много цветов берешь, делаешь, получаешь от этого удовольствие. Насколько я знаю, вы захоплюетесь и такими работами. На выставке будут разные виды, чи в окремо в якомусь? Мои работы присутствуют в двух половинах этого зала, так как монохром, да, мое любимое такое вот увлечение, это вышивка в таких вот цветах сепии, монохромных, и есть у меня работы цветных, в цветном исполнении, там и крест, и полукрест, и бисер, и вышивка лентами. Это мы сегодня вот видим, да, вот да. Бисерные работы, полихромные работы. Бисер. Эти работы будут на выставке, или не будут? Это, вы знаете, мы уже сюда приехали после выставки. То есть это работы, которые не вошли в экспозицию, но лучшие работы. Куда еще краще? Елена, я думаю, вы обязательно посетите наш проект, и вы увидите, что можно еще... Совершенству нет предела. Вот, и хотим обратить внимание, также это вышивка атласной лентой. Вот, Елизавета начинала просто с крест-полукрест, потом перешла на бисер. И сегодня, Лизонька, сегодня это лента, да, ваше увлечение? Сегодня у меня лента, ну, опять мы переключаемся на бисер. На бисер. Создание гердан. Да. Якщо розпочинати з якогось виду творчості, от вишивка хрестом, бісером або лентою, чим простіше? Каждый вид деятельности, наверное, сложен по-своему. Мабуть, хрестик і легок по-своему. Ну, кто-то считает, что крестиком, кто-то считает лентами, кто-то считает бисером, это очень легко. Ну, я никогда не думала, сегодня начинаю увлекаться таким новым видом для себя творчества, как гердан. Поэтому я никогда не думала, что в красном оттенке может быть там 10-15 видов красного. Я просто сама пока не увидела своими глазами, я не могла подумать, что такое возможно. Поэтому судить, что легче, я не могу сказать. Для меня одинаково, потому что я владею этими техниками. Когда не владеет человек техникой, для него это сложно. Какие тематики работ будут присутни на выставке? Конкретно у меня картины вышитые. Будут, я так разумею, больше рослина, так? Тематика детская. Там, в монохромных да. работах. Это детская, Лиза, да, тематика? Разнообразная и детская, и супружеское счастье, и материнское счастье, рождение детей. А также всякие цветы и красота нашего родного края. Як ви вважаєте, яка частина найбільше сподобається глядачам? От монохромного вони мало бачили, так? Але з іншої сторони кольорове завжди приваблює, вабить до себе. Лена, це такий вопрос. Я объясню, почему я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос, потому что у нас не просто идет разделение выставка, да, выставки на две противоборствующих половины. Дело в том, что перед началом нашего мероприятия будет проводиться среди зрителей, среди участников, ну, скажем так, своеобразный опрос, какая именно из двух частей выставки вам нравится. И именно за кого проголосуют зрители и гости, и мастера, участники, вот за какую часть выставки они проголосуют, именно те мастера и будут награждены грамотами областного управления культуры. Это очень жестоко. Поэтому, ну, понимаете,
понимаете, а иначе зачем делать вот такое противоборство, если на выходе опять же победит дружба? Вот пусть будет вот такая немножечко провокация. Поэтому на сегодняшний день уже идет опрос среди работников музея, среди организаторов выставки. Уже вчера некоторые экскурсии, ну скажем так, в гости к нам приходили, смотрели, оценивали. И на сегодняшний день картина вырисовывается действительно в пользу одной экспозиции. Вот, какой я не буду говорить, но уже проясняется, что же будет у нас, как бы, результат, какой у нас будет на открытии. Ну, пусть это будет интригой. Я зрозуміла. Зазвичай всі виставки, відкриття виставок супроводжуються майстер-класами. Чи будуть цього разу майстер-класи? Тим паче, що авторів-то багато. Мы решили закрепить за проектом Диптих Арт, ну, такие, отталкиваемся от традиций, вот, и более современные мастер-классы. То, что мы не можем использовать в таких проектах областного центра, как «Єдина родина», «Майстри барвистої палітри», «Нові імена Миколаївщини». Поэтому мастер-класс у нас будет современные больше. Мастер-класс будет представлять Михаил Карабутов. Все знают его как резчика по яичной скорлупе, но он будет удивлять на мастер-классе своим новым увлечением. Это аромаграфика, создание рисунка, портретного рисунка при помощи ароматного кофе и шоколада. Также вы познакомитесь с мастер-классом от Инны Данченко, победительницы международных конкурсов Японии, Америки, Китая, которая будет создавать для зрителей картины из тополиного пуха, превосходные картины. Познакомимся с традиционным таким старинным видом творчества, как кружева на коклюшках, от Лидии Асрианс мастер-класс. И полихромная часть выставки не менее креативно подготовилась к мастер-классам. Она будет представлять создание фитопано от профессионала-флориста международного уровня, галерея цветов Терека, Татьяны Еременко. Как создать вот бутоны при помощи воскирования живых бутонов и как собрать потом прекрасное панно. Все это вы увидите прямо на открытии выставки. И, конечно же, совсем скоро зимние праздники наступают, и с выставкой Диптих Арт мы входим в эти праздники. Но как же без нашей желтой собаки, символов следующего года? Именно эта сувенирная продукция будет присутствовать на мастер-классе от Ники Лотос, авторской студии «Мятный кот». А для тих, хто хоче подивитися більше на майстер-класи, потрібно приходити о 2-й годині дня чи раніше? Ви знаєте, ми вирішили так, що где-то за полчаса до відкриття виставки майстер-класи вже почнуть працювати. На протязі всього відкриття виставки вони не будуть прекращати, щоб к концу, к завершению мероприятия, зрители увидели, вот с чего мастер начинал и как же вот на выходе, какую же работу мы можем увидеть. И, конечно же, обязательно мы приглашаем всех попробовать все виды техник и посмотреть, может быть, именно вы станете следующим мастером, который нам предложит что-то новое и какое-то что-то уникальное, какой-то креативный мастер-класс, и именно в следующем году на Диптих Арте может появиться и новые презентации мастер-класса. Пані Елизавето, мені здається, що коли майстер працює, його не можна відволікати. В даному випадку, я так розумію, люди будуть запитувати, можливо, ще спробувати. Як вам здається, як прийде цей майстер-клас? Тим паче, я так розумію, у вас великий чималий досвід таких. У меня есть опыт проведения мастер-классов. Действительно, очень сложно работать, когда очень большая аудитория зрителя. Потому что все спрашивают, все интересуются, всем надо показать, всем надо объяснить, некоторым дать попробовать. И еще самому же не прозевать, что происходит на выставке. Хочется что же посмотреть, и что говорят, и какие отзывы. И вот хочется все успеть, поэтому очень сложно мастеру работать, особенно обучать в такой ситуации. Ну, люди разные, людям надо объяснить, и люди хотят, они заинтересованы сегодня что-то узнать.
Тобто в даному випадку ви навіть співчуваєте трохи. Да, немножко, да. Ще трошечки хотілося б зупинитися на самих учасників, які будуть проводити майстер-клас. А якщо багато буде дуже бажаючих взяти участь? Ну, вы знаете, на открытиях мероприятий всегда это идут презентационные мастер-классы. Еще есть мастер-классы обучающие. То есть мастер-классы, которые мы предлагаем на открытии выставках, это больше реклама. Посмотрите, обратите внимание, какие мастера, да, какие есть мастера, какие есть техники новые, традиционные. Посмотрите, чем вы можете заниматься. Потому что наши выставки – это областной уровень. Это, конечно же, когда приезжают гости со всей области. А практически все мастера в районах, да, в общем-то, как и у нас в городе, они ведут какие-то кружки, какие-то студии. И, конечно же, это в основном детские студии, детские кружки. А что нужно детям? А детям нужно что-то необычное, то, что нет у других, и каждое занятие что-то новое и очень быстро. Поэтому мы проводим презентации, посмотрите, как можно из ничего сделать вот такую работу, такой сувенир. А все, что касается уже обучения, это уже зрители общаются непосредственно с мастерами и договариваются, как же будет проходить обучение, и уже идут обучающие мастер-классы. Тобто це вже окремо. Це зовсім вже друга історія. Зрозуміло. Ще таке запитання. От обласний центр народної творчості дуже часто проводить різні проєкти взагалі. І, зокрема, ви також активно берете участь в них. А от вам до вподоби більше брати участь в тих проєктах, які ви вже знаєте, чи у нових проєктах? Ви знаєте, мабуть, завжди чоловік стремиться познавати щось нове. Мені, звісно, дуже цікаво участвувати в нових проєктах, нових виставках. Да, действительно, Валентина Владимировна сказала, я вчера присутствовала на монтаже выставки. Очень интересные работы. Притом, я как мастер, мне самой интересно даже познать некоторые новые техники для себя. Потому что это уже идет расширение кругозора, идет уже своя какая-то заинтересованность узнать что-то другое, что-то новое. И стремиться быть лучше, выше и дальше. Поэтому всегда интересно что-то новое познавать. Як людина, яка вже бачила виставку, чи могли б ви от в прямому ефірі проголосувати за які картини? Які картини б обрали більше? Я думаю, що це треба оставити в тайні. Якщо всі буде таємниця, то вже це... Ми тоді, можливо, знали би, так, можливо, знали би вже за кого голосувати, щоб правда перемогла дружба. Чоловік має право на своє мнення, тому я вважаю, що воно має залишитися при мені. Потому что мнения расходятся, а потом это спорный вопрос возникает. Пусть будет интрига. Якщо коротенько підбити, скажімо так, підсумки взагалі року проєктів обласного центру народної творчості, зокрема, де брали участь об'єднання Прибужжя, було дуже багато, і я так розумію, що Диптих арт – це вже завершання, чи ні, чи що буде? Да. Диптих арт – это, ну, ми надіємося, що це буде жирна, ярка точка в виставочній роботі обласного центру народного творчества. І я, як руководитель Прибужья, і директор обласного центру Наталія Анатоліївна Баштовая, ми зараз робимо все можливе, щоб об цьому проєкті говорили, вспоминали, щоб у вас було у всіх, у журналістів, у гостей, у мастерів, у жителей города, чтобы действительно запомнилось это надолго, и чтобы мастерам захотелось в следующем году опять попробовать свои силы в этом проекте. Поэтому мы с удовольствием вас приглашаем всех, дорогие гости Николаева, жители Николаева и области, приходите к нам 13 декабря в 14:00 в областной краеведческий музей на открытие нового креативного классного проекта под названием «Диптих Арт». Наслаждайтесь общением с мастерами, наслаждайтесь участием в мастер-классах, наслаждайтесь просто великолепными работами своих земляков. И кто знает, можливо, эти работы настолько надихнут, что наступного року уже можно будет взять участь как самобытний мастер, автор. Да, Елена, кстати.
Хто знає, хто знає. Дякую, що ви сьогодні були з нами, що розповіли багато цікавої інформації. Я сподіваюся, глядачі це все, всю інформацію сприймуть, обов'язково долучаться. І мені здається, на такі виставки дуже корисно було приходити всією сім'єю, особливо Конечно. З дітками. Можливо, Конечно. Хто знає, якраз от з такого з маленького віку будуть рости, підростати, там в артміксі будуть брати участь. Так, в єдиній родині. В єдиній родині. Так, дякую вам ще дуже велике. І вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.